Утро юных археологов начинается с зарядки. С берегов Оки веет прохладой, но школьникам из Пензы уже жарко от энергичных движений. Я – ракета. Я – ракета. Полетела в космос. Полетела в космос. В палаточном лагере ребят ожидает плотный завтрак. Им приготовили целый казан молочно-рисовой каши. Подкрепиться необходимо, так как раскопки – труд нелегкий. А пензенские школьники – незаменимые помощники. 3-4! Приятного аппетита! Пензенцы – члены археологической экспедиции. Она исследует северную половину городища. Столица Великого Рязанского княжества находилась на берегах Оки. После нашествия войска монгольского полководца Батыя от Старой Рязани мало что сохранилось. Уничтоженный в 1237-м город впоследствии не возродили. Исследователям удается восстановить картины прошлого с помощью археологических раскопок. В центре нашли кладбище, части застройки. На северной территории в прошлом году отыскали следы оборонительных сооружений. Мы сейчас находимся на верхних слоях, вскрыли пласт конца 19-го, начала 20 века, когда-то здесь стоял дом, такой очень поздний, и вот от него, собственно, в западной части раскопа находится вот это вот корыто, оно частично перебивает площадь раскопа, и у нас здесь много балластного слоя с битым кирпичом, и вот такая кладка была обнаружена и расчищена. Возможно, это остатки очень большой печи, которая во время, например, какого-то пожара обрушилась вот так вот в эту сторону. Ребята просеивают через сито землю, ее подвозят к ним на тачках. В грудах грунта попадаются старинные предметы. Дети тут же зовут ученых. Миниатюрный ножичек до монгольского времени для мелких хозяйственных работ. Причем сохранился практически целиком, ну, только немножко погнулся. А, как говорится, и черешок, и лезвие, все на месте. Экспедиция разбита на две смены. Первая скоро будет прощаться с археологическим наследием народов России и уступит место второй группе любителей древней истории из Пензенской области.